Решила я как-то себе сама сделать подарок на 8 марта. Это было в 10-м выпускном классе. Подросток был такой азартный и сам себе на уме. И, в общем-то, захотела я быть красивше. И пошла в парикмахерскую. Только-только популярность завоевывала химическая завивка. Мама мне, естественно, это дело не разрешала, но очень уж мне хотелось быть похожей не только на Мирей Матье с своими волосами, а вот чуть-чуть добавить такой изюминки. Поскольку парикмахер была знакомая, она не пожалела для меня ни состава, ни всех вот этих вот там штучек, которые заворачивались на волосы, и то ли передержала, то ли состава много налила. Но, в общем, результат порадовал не всех, в первую очередь меня. Что-то такое среднее между кактусом и Анжелой Дэвис. Волосы, слава богу, не отвалились. Но дело в том, что после выпускного, буквально там через 2-3 месяца, я выскочила замуж. И поскольку не было вот этих приспособлений, типа утюжков, и волосы выпрямить было невозможно, то эти кудри невероятные нужно было чем-то закрывать. И вот тогда... Опять же, знакомая швея придумала умопомрачительную фату, и все мои кудри закрыла таким тюлем белым. Этого не видно было, какая я была красивая. Хочу перед 8 марта сказать всем милым дамам: не бойтесь быть красивыми.